завершается 2016 год. Последние часы, минутки капают на фоне приготовления салатов, раскладывания мандаринов по фруктовым чашам и прятания подарочков под елочку. Хотя, возможно, вы смотрите это видео уже в 2017 году. Тем не менее, надо подвести итоги. Оглянуться назад, посмотреть, чем запомнился 2016 год, а потом пристально вглядеться в будущее и сделать пометочку, чем сможет запомниться 2017. Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, и это подведение итогов канала «Лёша играет» за 2016 год. Давайте я сразу предупрежу неофитов. Все-таки канал у меня специфический, посвященный одной теме умных игр, пошаговых стратегий в основном. Поэтому в этих итогах года не будет ни Battlefield, ни Overwatch, ни Dark Souls 3, ни Doom, ни Watch Dogs 2, ни Dishonored 2, о которых вокруг все рассказывают и называют их играми года. Мой канал не про это, игры года тут будут немножко другими. А еще отмечу, что видео как бы будет разделено на две части. В первой мы вспоминаем, что было, во второй смотрим, что будет. Тем не менее, в комментариях жду ваших игровых итогов 2016-го. Рассказывайте, какая из вышедших игр вам понравилась больше всего, и сравним наши впечатления. Да, кстати, не забудьте посмотреть итоговое видео за прошлый год. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Вообще, конечно, 2016-й лично мне понравился меньше, чем предыдущий. В плане выхода новых игр все было как-то не особо радужно. Ну давайте по порядку. Во-первых, это год Firaxis. В начале года они выпустили XCOM 2, в конце года выпустили Sid Meier's Civilization 6. Аж две большие игры. Уже заработали на этом прилично денег. Оба продукта продались больше, чем миллионным тиражом. Да и кучу наград тоже получили, потому что вот сейчас в конце года все наперебои то одну игру, то другую называют лучшей стратегией года, лучшей тактикой года. Думаю, зрители моего канала прекрасно знают, как я к этим играм отношусь. Скорее, их выход оказался разочарованием, потому что ничего нового ни XCOM 2, ни шестая цива нам показать не смогли. И являются, по-хорошему, скорее такими большими дополнениями, чем новыми оригинальными играми. XCOM 2, к тому же, стал и меньше, и легче, как ни странно. Если сравнивать с шестой цивилизацией, то для второго XCOM'а первые же дополнения не игровой режим углубляют и улучшают, а добавляли новую одежду и прически вашим оперативникам. Самое важное для пошаговой тактики. С другой стороны, у Firaxis просто нету конкурентов. Поэтому то, что эти игры называют лучшими пошаговыми стратегиями, в 2016 году просто горькая правда. Потому что других вариантов у нас и не было. Ну неужто надо Master of Orion называть, который тоже по своей сути, в общем-то, ремейк, и в нем мало что нового. Кстати, об Повелителе Ориона. В начале года издатель Master of Orion Wargaming приглашал меня на прямую трансляцию, в которой анонсировался ранний доступ, так что в некотором смысле я помогал продвижению этой игры. Потом в середине года уже делал обзор на вышедшую игру, и в принципе в жанре пошаговых стратегий это только вторая игра года, единственный конкурент шестой цивилизации. Больше ничего не выходило. Скоротать несколько дней, вспомнить ту классику 20-летней давности, а на большее, в общем-то, создатели Master of Orion и не претендовали, вот итог этого релиза. Есть несколько интересных идей в игре, конечно, но для 2016 года Master of Orion несколько выглядит устаревшим. А вот одна из лучших игр уходящего года, которая вышла в самое его начале, 19 января, это Darkest Dungeon. Ух, захватила она меня надолго. Тут и отличная атмосфера декаданса, полного паранойи, страхов
и нервных срывов. Тут и простая, но при этом многообразная боевая система и система развития персонажей. Новичку в ней просто разобраться, а ветеран будет постоянно находить что-то новое. Многие сетовали на рандом, но здесь он намного более честный, чем в том же втором XCOM'е. В общем, я в этой игре провел очень много времени, о чем ни капельки не жалею, и считаю Darkest Dungeon одной из лучших игр 2016 года. Примерно тоже могу сказать об игре Gremlins Incorporated, которая вышла 11 марта. Симуляция настольной игры, удовольствие от которой вы можете получить только играя с живыми соперниками, но благодаря замечательному дизайну, оригинально придуманному миру и опять же очень простому освоению, в игру хочется возвращаться и возвращаться. Тем более, что вокруг нее самосоздалось большое и благодарное комьюнити. Игроки сами проводят и турниры, хотя создатели об игре, конечно, не забывают и тоже турниры проводят всячески с призами оригинальными. В общем, в 2016 году быть гремлином оказалось модно, стыльно и с участно, как говорится по-белоруску. Еще один плюс в копилку игры создавали ее наши люди, русскоговорящие, так что Gremlins Incorporated — один из жирных плюсов по итогам 2016 года. Одна из самых красивых игр вышла 24 марта — Саморост 3. Это даже скорее больше не игра, а созерцание и приятный дзен. Вы гном, который потерял дудку, бегает по непонятной планете с непонятными существами на ней, выполняет непонятные действия, в общем, все непонятно, но игра настолько визуально очаровательна, что в ней хочется находиться долго и долго и проходить ее. Вообще, каждый релиз от Amanita Design, что Саморост, что Ботаникула, что Машинариум, всегда становится событием в мире умных игр, и приятно, что в 2016 году одна из игр от Amanita Design вышла, и мы в нее поиграли. А вот лучшая стратегия года, по-моему, вышла 9 мая, и называлась она, да и называется до сих пор Stellaris. Почему я считаю именно Stellaris лучшей стратегией 2016, а не шестую цивилизацию? Потому что ребятам из Paradox Interactive удалось наконец-то выпустить космическую стратегию, в которой интересно находиться. Да, в Stellaris тоже есть много недоработок, ну точнее было, сейчас они уже во многом допилили, но это первая на моей памяти, по-моему, вот космическая стратегия из новых, естественно, из новых, в которой ты веришь в глобальность космоса, в то, что его населяет множество разных видов, что в нем много всего происходит. И даже несмотря на то, что в принципе стратегическая составляющая в игре очень проста, и кое-кто называет Stellaris скорее игрой в таблицах Excel, чем стратегическим вызовом, все-таки атмосфера космоса тянет вернуться, создать очередного инопланетного монстра. Я играл там и за грибы, и за инопланетную моль, и пойти опять покорять галактику. Повторю опять, что в игре много проблем, но у нас весь 2016 год вот такой. И в течение него выходили игры со множеством проблем. 19 апреля вышла Banner Saga 2. Проблем, конечно, в игре практически нет, но меня она разочаровала. Просто потому, что один в один похоже на первую часть. Да, я знаю, что это сага, да, я знаю, что это продолжение истории, но, по-моему, это не очень хорошо работает с пошаговыми стратегиями, ну, в данном случае с пошаговой тактикой, которой является Banner Saga 2. И после первой части мне было в нее просто скучно играть. И я думаю, что, кстати, третья вряд ли выйдет, потому что, похоже, вторая часть провалилась и по продажам, и по количеству играющих. 2 августа свет увидела игра от белорусских разработчиков, от белорусских журналистов под названием This is the Police. Сложно подобрать определение этому жанру, скорее это такое интерактивный менеджмент полиции, но на самом деле тут главное сюжет, тем более что он написан журналистами, очень неплохими журналистами, хорошим языком, вдохновленным Моби Диком. А с другой стороны, игра на один раз, но этот один раз того стоит. Так что я бы назвал This is the Police лучшей историей 2016 года. И еще
раз напоминаю обратить на эту игру ваше внимание. 23 августа вышла игра, которая для многих стала разочарованием этого года, Deus Ex Mankind Divided. По-моему, совершенно несправедливо обруганная игра. Видимо, поклонники Deus Ex ожидали слишком многого или чего-то совсем другого. Это все тот же Human Revolution на самом деле, просто выглядит красивше, обалденный дизайн футуристичной Праги будущего. И если уж прямо говорить, то самая большая проблема игры в том, что она очень маленькая, такая камерная, что ли. Просто хочется большего. Но именно как игра Deus Ex Mankind Divided отличная. В ней просто интересно находиться, интересно решать задачи, взламывать замки. И это одна из немногих игр, в которой действительно несколько путей проникновения в закрытые от нас пространства. Ты ее действительно можешь проходить по-разному. Нужно везде лазить, нужно все читать. И только так понимаешь всю соль игры. 30 августа вышли Чемпионы Антерии. Вообще случайная игра. Я даже жалею, что я обзор на нее делал, что играл в принципе. Обратил на нее внимание, потому что изначально это было ответвление серии Settlers. То есть казалось, что в принципе должно получиться что-то интересное. И неплохие находки в игре есть. Но в итоге она легка, скучна, чем-то похожа на Аллоды. Но для того, чтобы быть хорошей игрой, Чемпионам Антерии слишком многого не хватает. Поэтому просто вот пару слов в итогах года я о ней сказал, ну и бог с ней. 20 сентября вышла одна из самых веселых игр этого года — Казаки 3. Веселый не в том плане, что там много юмора и шуток, а благодаря своему мультиплеерному режиму. По-хорошему, цифра 3 в названии казаков — это ложь и обман, потому что типичный ремейк первых казаков с некоторыми улучшениями графики. Поэтому играть против компьютера, конечно, неинтересно. А вот в сети, против живых соперников, в команде или соло, получаются очень веселые партии, быстрые, динамичные, скоротечные, с огромным количеством юнитов на карте. В общем, казаки всегда занимали и занимают свою определенную нишу, и в принципе в очередной раз только это подтвердили. Но в игре нету никакой новизны, разработчики просто решили немножко заработать денег на ремейке. И это в 2016 году встречается сплошь и рядом. 7 октября вышла Mafia 3, игра, которую многие ждали, и многих же она и разочаровала. Разработчики из 13-го ангара создали отличный город, в котором происходит действо. Визуально все выглядит отлично, замечательный саундтрек, но при этом унылый, однообразный геймплей. Такое ощущение, что все силы ушли просто на создание окружающей обстановки, а собственно развлечение в эту окружающую обстановку завести забыли. Вот если бы еще год игру разрабатывали и именно что дополняли ее разнообразным контентом, это был бы шедевр. А так, одни и те же действия в игре, у которой был огромный потенциал, но он никем оказался не востребован. 10 ноября вышла Tyranny, игра, которая обещала стать лучшей ролевой в этом году, и в принципе, наверное, таковой и может считаться, просто по той причине, что других ролевых игр-то и не было. Тем не менее, Tyranny — игра очень неоднозначная, с большим количеством как плюсов, так и серьезных минусов. А ведь мы ждали после Pillars of Eternity развития, чего-то на порядок большего и лучшего. А Tyranny оказалась и меньше, и не то чтобы лучше. Такие камерные эпические приключения в четырехкомнатной квартире. При этом игра хороша, но опять же, как и практически во всех играх 2016 года, в хороших играх, ей постоянно чего-то не хватает. Вот ощущение, что вот тут надо было что-то добавить, тут получше сделать, тут было бы поинтересней. Ну и последний обзор оригинальной игры 2016 года я делал на Beholder. Чем-то эта игра похожа на This is the Police, а так вообще смесь «Как достать соседа» и «Papers, please». И в принципе идея очень интересная, но в итоге игра представляет из себя суетливую беготню в поиске правильных последовательностей квестовых линий персонажей. Ради того, просто чтобы заработать на этом деньги. Симулятор стукача просто становится скорее квестом и теряет огромную долю очарования. И вообще для меня 2016 год стал скорее годом дополнительного
дополнений, чем оригинальных игр, потому что вышло очень много дополнений к играм, которые сами по себе офигительные, которые улучшали игры, оригинальные и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, король всех дополнений — это «Кровь и вино» к третьему «Ведьмаку». Все-таки поляки молодцы, они не только оригинальную игру классную сделали, но и каждое дополнение делали событием. И в то время как у некоторых новые игры выглядят как дополнение, да, привет, Фераксис, поляки из CD Projekt дополнения делают реально новыми оригинальными играми, потому что «Кровь и вино» во многом это отдельная игра. Она вообще на другой карте происходит, в другой стране. И очень много у самого Ведьмака появляется новых способностей. Вышло несколько дополнений к полюбившимся играм прошлого года. Вот у Endless Legend два дополнения Shifters и Tempest. О них я рассказывал, делал обзоры. Endless Legend сама по себе очень неплохая стратегия. Так тут еще и дополнения внесли кучу всего нового и интересного. Два дополнения к Cities Skylines вышло. Про зиму и про погодные катаклизмы. Ну, здесь у меня больше претензий к разработчикам. Все-таки эти дополнения по-хорошему ничего нового в игру не добавили, а скорее больше похоже вот на улучшение второго XCOM, где прически и новая одежда идет раньше, чем улучшение игровых механик. Но, тем не менее, эти дополнения позволяли нам вернуться в полюбившийся мир. Бесплатное дополнение к одной из лучших стратегических ролевых игр, по моему мнению, к TZ Awakening, Пробуждение гигантов. Мало того, что оно бесплатно, оно еще принесло русский язык в игру. И я, пользуясь случаем, еще раз вас прошу обратить внимание на эту игру тоже от польских разработчиков. Правда, почему-то там все практически с какими-то латиноамериканскими именами и фамилиями, ну, пофигу, как угодно могут себя называть, главное, что игра хорошая, а дополнение сделало ее еще лучше. Очень оригинальная идея, оригинальный сеттинг в мире славянских богов, и я периодически к ней возвращаюсь и играю. Вышло дополнение Кармелла, сетевая битва на четверых, где вы играете за зайчиков, медвежат, волчат и прочую милую живность и боретесь за трон умирающего короля Армелла. Дополнение называлось «Узурпаторы». Несколько новых механик добавляло, но опять же не особо много всего. И единственный плюс всех этих дополнений — просто то, что они напоминают об играх, и мы опять в полюбившиеся отличные игры прошлого года, 2015-го, играем снова. Вот, в общем-то, и все, чем запомнился 2016 в плане нового игрового опыта. Прежде чем я перейду к играм, которые я жду от 2017-го, хочу поблагодарить моих спонсоров, которые помогали мне финансово в течение этого года. Ну, конечно же, это ваша любимая 2GIS, каталог и справочник организаций. Если вы все еще не пользуетесь им, то обязательно обратите внимание, абсолютно бесплатный под любую платформу. 2GIS, если быть точным. Это у них, кстати, новый слоган, по-моему, в этом году только появился. Особая экономическая зона Алабуга. Я делал целое видео, туда ездил в командировку, со мной связывались оттуда. Вот благодаря моему каналу, возможно, кто-то из вас нашел себе новую работу. По-моему, сейчас набор в корпоративный университет Алабуга уже завершен. Они там выбирают именно тех 25 счастливчиков, которые будут учиться с нового года. Ну, по-моему, с 1 февраля там у них начинается обучение. И интересно прямо действительно, насколько помогла корпоративному университету Алабуга реклама на моем канале найти достойных кандидатов. Ну и отмечу еще игру «Пути истории», которую я тоже рекламировал на своем канале. Надеюсь, эта реклама помогла им получить больше игроков. Ну а теперь перехожу к 2017 году и какие игры я жду в новом наступающем году. Самый близкий релиз, которого я жду, 17 января должна выйти игра Urban Empire. Еще один градостроительный симулятор, но, как я понимаю, в данном случае упор будет сделан на личность мэра. К тому же игру разрабатывают скандинавы, выпускают немцы, а у этих ребят всегда экономические симуляторы получаются неплохо. Но основное отличие вот Urban Empire от той же Cities Skylines, что мы, как игрок, здесь не строитель, а правитель мегаполиса. Выбираем одну из четырех правящих семей, в каждой из которых 5 персонажей, становимся мэром вымышленного города в 1820 году, и задача — продержаться у власти 200 лет, застраивая территорию и решая проблемы граждан. 28
8 февраля должна выйти самая ожидаемая мною ролевая игра Torment Tides of Numenera. Идейный продолжатель Planescape Torment. Я думаю, олдфаги сейчас мечтательно закатывают глазки и вспоминают об одной из лучших ролевых игр начала нулевых. Тем более, что разрабатывает Torment Tides of Numenera Брайан Фарго. Ну, я думаю, некоторым из вас он знаком по Westworld 2, а так, в принципе, это тоже один из человек, который приложил руку и к Fallout, и к Planescape Torment, и вообще выходец из Black Isle Studios, которая ответственна за многие замечательные ролевые игры прошлых лет. Вообще, Torment Tides of Numenera уже некоторое время в раннем доступе находится, то есть можно даже купить и поиграть, но, несмотря на то, что игра у меня есть, я ее специально не запускал. Я хочу дождаться официального полного релиза и получить удовольствие от игры по полной. На начало 2017 года без точной даты намечен выпуск Endless Space 2. Это, пожалуй, первая глобальная стратегия пошаговая, которую очень многие ждут, и я в том числе. Опять же, Endless Space 2 уже в раннем доступе находится, в нее уже можно поиграть. Я ее даже запускал, играл, но никаких обзоров не делаю. Хочу дождаться полного релиза. Amplitude Studios, это те, которые создают игру, сейчас находятся на крае нововведений в пошаговые стратегии. Именно от них ждешь чего-то нового, новых идей, свежих и развития жанра. То, чего мы не получили в шестой циве. И вообще, судя по всему, Stellaris вдохновил очень многих разработчиков на стратегии про космос. Кроме вот Endless Space 2, на 2007 год запланирован выход игры Lord of Rigel, ну, по-русски, наверное, не Rigel, а Ригель, то есть Повелитель Ригеля, это такая звезда есть на небе, тоже типичная 4X-стратегия, и интерес вызывает то, что разработчики вроде как главной своей целью называют сделать эту стратегию доступной, но при этом глубоко проработанной. То есть, чтобы не надо было там сидеть часами разбираться во всех механиках, а лучше сразу начинать играть, и чтобы было интересно. Дай бог, чтобы у них получилось. И еще одна глобальная космическая 4X-стратегия намечена на начало 2017 года — Dawn of Andromeda, то бишь Восход Андромеды. Здесь больше, скорее, похожесть на Stellaris, потому что игра будет идти в реальном времени, возможностью паузы. Так что Stellaris все-таки вдохновил очень многих людей на создание игр и, думаю, поклонников, новых поклонников к 4X-стратегиям привлек. Любителям тактических битв с инопланетянами стоит обратить внимание на игру Xenonauts 2. Собственно, первые ксенонавты выходили, когда первый XCOM появилась, и вот сейчас, через год после выхода XCOM 2, выходят Ксенонавты 2. Многие считают, что ксенонавты намного лучше, чем XCOM, именно как геймплейно и по качеству новых идей. Но их выпускает не Firaxis, а какие-то Goldhawk Interactive, так называется компания-разработчик. И, конечно, поклонников у этой игры намного-намного меньше. Но я хочу обратить ваше внимание на эту игру, и я жду выхода вторых ксенонавтов в 2017 году. Как жду и выхода игры The Guild 3. Это вообще очень такой необычный проект. Здесь намешано очень много всяких жанров, поэтому и хочется, чтобы игра вышла побыстрее. Она у меня висит, куплена уже давным-давно, больше года назад. Уже она продавалась, а игра до сих пор не вышла. В принципе, это торговая стратегия. То есть вы играете за торговца, там, развиваете свою семью, но при этом тут намешана и ролевая игра, и симулятор торговца, и стратегия. Действие происходит в европейском городе из эпохи Средневековья. Вы играете только за одного персонажа. Причем он умирает, потом все это переходит к наследнику, вы за наследника этого персонажа играете и, понятно из названия, развиваете свою гильдию. При этом там будут еще и тайные сообщества. Ну, в общем, много всего интересного. Проблема тут только в том, вот по опыту знакомства с этой серией, там, со второй гильдией, в этих играх постоянно много классных идей, но реализованы они отвратительно. Будем надеяться, что в третьей части разработчикам удастся наконец-то совместить все это в качественную игру. На первый квартал запланирован выход продолжения игры South Park, Южный Парк, The Fractured But Whole.
Недавно я совершенно выпускал обзор на первую часть этой игры, и вот уже на подходе продолжение. Вроде как игра должна была выйти в конце 2016-го, но разработчики совершенно правильно решили немножко доработать. Проект я готов подождать. Надеюсь, что будет так же весело, как и в «Палке истины». Ну и несколько игр, которые уже находятся в раннем доступе, в которые уже можно поиграть, но я жду их официального выхода. Во-первых, Oriental Empires. Такая развитие темы Total War, только от других разработчиков. Мне кажется, с более свежим взглядом на такие игры. Как вы понимаете, из названия события происходят в дальневосточных странах. Но, в принципе, в чем-то это клон Total War. Надеюсь, игра будет своеобразна и оригинальна, чтобы ее не говорили, что просто клон Total War. Две довольно похожие игры, Factorio и RimWorld. RimWorld вообще давно находится в раннем доступе. И вот вроде как в 2017 обещают выпустить наконец релиз. RimWorld — это стратегия непрямого контроля. Вы управляете тремя выжившими после крушения астронавтами, которые обустраивают свой быт на затерянной планете. Цель простая — построить поселение, развить инфраструктуру и собрать новый корабль. Игра Factorio вышла в ранний доступ только вот в 2016 году, но, по идее, чем-то похожа на RimWorld. Это гибрид такой управленческих тайкунов и симулятора выживания. Только в данном случае мы строим заводы. Прям наш персонаж, которым мы управляем, пережил космическое кораблекрушение, оказался на богатой ресурсами планете. Правда, оборудование пострадало, но наш подопечный мастер на все руки, он из всяких палок, навоза и прочего может собрать практически все, что угодно, и такой типа Майнкрафта, только от третьего лица и больше такая стратегия. Ну и последние две игры, которые я хочу отметить. Во-первых, Faerie, на которую я делал обзор на ранний доступ. Такая смесь карточной игры и шахмат, потому что вы не только используете карты, но и строите еще поле, на которое игра происходит. Ну, не хочу подробно рассказывать, отправляю вас к моему обзору. А также игра Kingdom Come Deliverance. Этакий симулятор средневековой жизни от первого лица. У игры уже есть бета, некоторые люди в нее играли, но я все-таки сторонник игры в полную версию. Вот когда мне говорят, что, мол, все, вот игра выпущена, мы считаем, что в нее уже можно играть, тогда я и обращаю на нее внимание. Во многом Kingdom Come напоминает Mountain Blade. Правда, отличие в том, что Mountain Blade — это песочница с экономической и стратегической составляющими, а Kingdom Come скорее ближе к ролевой игре. Никаких фэнтезийных элементов не будет, и вроде как еще очень большое внимание уделяется боевой системе, чтобы она реально была похожа на то, что было в действительности. Ну, в общем, интересный, амбициозный проект, дай бог, чтобы у него все получилось. В общем-то, на этом все. Вот и все игры, которые я сейчас жду в 2017 году. Надеюсь, буду о них вам рассказывать, делать обзоры, делать стримы. В общем, 2017 выглядит очень интересно. На этом подведение итогов уходящего года считаю завершенным. Ваши итоги я жду в комментариях. Ну а вы слышали Лёшу Халецкого. Желаю вам сбычи всех мечт в будущем году, чтобы 2017 был лучше, чем все предыдущие года, но хуже, чем все последующие. И, конечно же, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.